Так, вот я почти закончил свой станочек. Уже испробовал его. Вроде как работает. Значит, у меня от 220 идет к адаптеру на 18 вольт. Дальше из зарядки от чего поверта я сделал небольшой пульт управления. По часовой против часовой. Ну и дальше старый шуруповерт, китайский, самый дешевый. Он является приводом для нашей зарядки. Вот эти салазки, они для фрезера. Они поднимаются, на барашках все фиксируются. То есть можно под углом фрезеровать.